Добрый вечер. Найроби. Во вторник президент Кении присутствовал на официальном открытии нового здания парламента в Найроби. Браззавиль. Возобновление деятельности посольства в Киншасе и Браззавиле явилось главным результатом совещания министров обоих конголезских государств. Великобритания. По сообщению одной из крупнейших обсерваторий мира, находящейся в Престон-Бэнк, местная радарная станция перехватила сигналы нескольких тел, двигающихся по эллиптическим орбитам вокруг Земли. Поскольку ни одна из держав, занимающихся исследованием космоса, не объявила о запуске новых спутников, директор обсерватории сэр Лоуренс Джонс высказал предположение, что речь идет о сохраняющихся до сих пор в тайне испытаниях управляемых космических кораблей. Эти корабли предназначаются для строительства межпланетной базы, которая могла бы послужить стартовой площадкой для полетов на Луну. Таким образом, заинтересованной стране было бы обеспечено первенство во владении этим ближайшим к нам небесным телом. Сообщение по нашей стране. Химический завод в Раковницкой Раконице начал сегодня производство нового стирального порошка, обладающего рядом замечательных достоинств. В будущем году это предприятие даст больше половины всей нашей продукции. Прогноз погоды. В четверг и пятницу ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Не играете, пан инженер. Пан инженер. Поглядите. Шах. И мат. Да. Престарелых. Вот та, что справа, раньше была воспитательницей в самых богатых домах. Пожалуйста. Не надо смотреть на нее слишком долго. А то она сейчас достанет фотокарточки и будет рассказывать. Это Робертик Шнеблинг. На всей площади короля Иржи не было мальчика красивее его. А вот та, что рядом с ней, это Бибика Карнова, лаки краски Алипа. Вот этот столик у меня утром. Газеты и рогалик с маслом. Потом здесь подают сосиски, а в малом зале суп. В малом зале? Где это? А малый зал, пожалуйста, посмотрите. Вот там у нас. Ну, там сплошные завсегдатаи. Видите, там в углу таксисты, потому что через окно видна площадь. И слышно, когда их вызывает телефон. А это водопроводчик. Он здесь чаще, чем дома. Эвочка! Да? Панкрас. Пожалуйста, я вас слушаю.
гуляш, Эвочка. Так. И соленый рогалик по-румяней. Пожалуйста. Да прежде, чем к нам сюда явятся марсиане. Ну за что? Марсиане? Вы так думаете? Из любопытных, а? Не знаю. Не то, чтобы я так думал, а только я знаю, кто вы такой. Меня летающие тарелки не волнуют, милейший. Что может статься бедному человеку? Прилети сюда хоть марсиане, хоть сам Вельзевул, все одно так же будут лопаться трубы, а в клозетах плохо спускаться вода. Не представляю себе цивилизации без водопроводчика. Без каких-нибудь там мазил или писак, вот это пожалуйста. А без водопроводчика шутишь? Такой цивилизации не существует, мой милый. Там краса. Если вам не трудно, не могли бы пройти в кухню. Там опять тот кран, что вы вчера. Пожалуйста. Прошу вас. Благодарю вас. Вот, видите, я ведь вам говорил. Художника, она какая-то чудная. Ну, девчонки, они же все нынче чудные, у них такое самомнение, им кажется, что это их заслуга, что им 20 лет. Эх, если бы они знали, что не успеешь оглянуться, как тебе уже дважды по 20. Да. Дважды по 20 будет 40. Пока еще 37. Извините. Пока еще 37. Хотя 37 или 40, невелика разница. Все это собаки под хвост, это заведение, и этот день тоже. Почему же именно этот? День как день. Местами кратковременные дожди, по сне ожидается улучшение погоды. Привет, девочка. Добрый вечер, пан Вальтер. Мне как всегда. Знаю, чай с лимоном и словечком. Опять марш. Вместо программы одни марши. Этого я не люблю. Марши напоминают мне мобилизацию. Не люблю, когда играет музыка и ничего не говорят. Скажите, я вас случайно не возил кошер же? Нет, не возил. Нет. Вижу, что не возил. Извините, ничего. Привычка. Как кого увижу, стараюсь вспомнить, куда я его возил. Вы, наверное, водитель такси? Да. Прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Daily News специально для вас, пан Вальтер. Прошу вас. Вы читаете по-английски? Во время войны я служил в Англии. Интересно. Ничуть. В марте 39-го вез я одного генерала в Париж, а вернуться уже не успел. Интересно вот что.
похожи один на другого, и вместе с тем похожи. Один молчит, а другой выложит тебе всю свою подноготную, хоть и видит тебя впервые. Когда работаешь шофером такси 35 лет, как я, приобретаешь такой практический опыт, что иной психиатр позавидует. За 5 минут знаешь, какого сорта человек. Вот хотя бы эти двое. Тут диагноз простой. Ребенок. Для них сейчас это величайшая трагедия в жизни. Их не раздражают, как меня марши по радио. У них свое горе. Ребенок. Это легко сказать, ребенок. А что будет с ее мамой, когда она узнает об этом? Они этого не думают. А мама удавиться захочет. Извините. Алена? Привет. Андулка дома? Как это так, ее нет? Как это так, ее нет? Я же ей говорила. А что делает папа? Спит. Разбуди его! Разбуди папу. Скажи, что я позвоню через полчаса. Да пусть он найдет Андулку, прежде чем уйдет на работу. Пан Вальтер, представляете, у меня дома девчонка приблизительно таких же лет, как эта. Вот как Лиз придет и скажет: мама, я должна выйти замуж, у меня будет ребенок, а? Ну и что? Ну, пан Вальтер, ну что вы. Мне 37 лет, только теперь должно было начаться что-нибудь порядочное, а ребенок нет, извините. Я бы сама еще могла иметь детей. Девочка, на третий по-венски рюмка вина с содовой. Дай 200 декабера. И пускай кухня готовит сосисочки. А на седьмой джус. Сошелся ли у вас баланс? И вы знаете, вот в этот раз мне просто повезло. Пожалуйста. Поэтому я совершенно случайно обнаружил эти две кроны. И был так счастлив. У меня было все записано заранее. Все заранее. Прошу вас, садитесь. Господа из бухгалтерии, две порции сосисок с хреном. И, пожалуйста, побольше хрена, мы просто подыхаем с голоду. Прекратился. У меня его и дома хватает. Дома? О, да. У меня муж музыкант. Нет. Никаких прелюдий слава работает в ночном ресторане. Когда-то мечтал, да. Кончил ночным заведением. С
8 часов вечера до 3 часов утра. Люди становятся страшно злыми, раздражительными, когда их постигает неудача, я знаю по себе и по своему мужу. Эллочка, 2 сигареты Глобус, пожалуйста. Пожалуйста. Прошу вас. Благодарю. Чем еще могу служить? Эллочка, дорогушечка, не найдется ли у вас еще там копченой колбасочки с лучочком? Есть парижская. Отлично, Эллочка, пусть будет парижская. Пожалуйста. Между прочим, Эллочка, на вас сегодня отлично сидит платьец. Скажите, пожалуйста, Эллочка, а не передавали еще чрезвычайного сообщения? Чрезвычайного сообщения? Ну да, результаты матча с командой Реал Мадрид. Ой, ну, может быть, что-нибудь поважнее. Девонька, сейчас самое важное, как мы сыграем с Реалом. Достаточно одного гола, и мы у них из-под самого носа уйдем. А тут за пятым столиком, Эвочка, живее. Пожалуйста, что угодно. Кофе с молоком. И один рогалик, пожалуйста. А мне? Пожалуйста. Так, 3 яичка всмятку. И, пожалуйста, к ним рогалик один. Вы меня поняли, дорогуша? Так, теперь яички должны быть обязательно диетические. И, пожалуйста, отдельно стаканчик и отдельно кусочек масла. Небольшой. Вы меня поняли, дорогуша, да? 3 яичка в смятку, маленькая порция масла. Да, да.
сегодня 4 апреля в 17 часов 30 минут на нашем аэродроме, и, как мы выяснили из сообщений нескольких международных агентств, на столичных аэродромах всех государств, входящих в ООН, приземлились космические корабли с иной планеты. Черт, вот те раз. Происхождение кораблей до сих пор научно не установлено. По всей вероятности, это представители цивилизации настолько удаленные от нас, что о существовании ее при нынешнем состоянии земных оптических приборов никто не догадывался. Однако уже сейчас можно сказать, что общество, с посланцами которого мы в эти волнующие минуты встречаемся, находится на высокой ступени интеллектуального и технического развития, а также обладает великолепной организацией. Экипажи указанных кораблей сразу после приземления высказали свои миролюбивые намерения. У нас имеется магнитофонная запись Венского радио, которому удалось запечатлеть на ленте одно из таких обращений. Пожалуйста. Мы приходим к вам, как посланцы тех, кто желает завязать с вами дружбу, ибо в нашей власти предотвращать войны и укреплять мир. Впрочем, это заверение не могло приостановить беспокойство, охватившее планету. Из ряда государств уже поступили сообщения, что правительство их незамедлительно объявили мобилизацию нескольких возрастов. Согласно достоверным сведениям, в рамках Объединенных Вооруженных Сил НАТО подлежат срочному призыву в Федеративной Республике Германии 150 тысяч солдат, в Англии 20 тысяч. Соединенные Штаты приняли решение усилить свои гарнизоны на военных базах в Европе и Турции. Франция объявила мобилизацию призывников 1936-40 года рождения. Только что наш брюссельский корреспондент сообщил по телефону, что бельгийское телевидение передало репортаж о приземлении космического корабля на брюссельском аэродроме. Этот документальный фильм заснят школьником-кинолюбителем Яном Вермером, когда он случайно проходил неподалеку от аэродрома. Мы постараемся получить копию фильма бельгийского телевидения и познакомить вас с ней. Мы передавали сообщение агентству печати. В течение ближайших часов, уважаемые телезрители, мы сможем более подробно информировать вас об этом выдающемся событии. Пан Кельнер! Получите! Вы не собираетесь домой, а? Господи, ну неужели этой девчонки нет дома? Тихо! Боже мой! Не могу вспомнить номер телефона. Ну, чего я не могу Девочка, счета, и быстро получайте посетителей. Этого нам еще не доставало. Прошу вас, господа, оставайтесь на своих местах. Я рассчитаюсь с каждым по очереди. Главное спокойствие. Любитель. Истории завладели любители. Любитель заснял фильм о приземлении космических кораблей. Любитель сфотографировал президента Кеннеди в тот момент, когда его сразила пуля. Наш век утратил всякую логику. Это всегда поле деятельности для любителей. Вот они делают уже почти все. Политику, литературу, историю. Можешь себе представить, что подумают эти пришельцы о нашем дилетантстве? Вас это волнует?
Не видел ли кто-нибудь моего зонтика? Да отставьте вы со своим зонтиком. Клетчатым. Боже мой, как это случилось? Почему сейчас все не так, как минуту назад? Да нет, две кружки пилзенского, яйца по-русски, один хлебец. Был это там наверху, Эвочка. Наверху. Вам нужно идти домой, за вас буду беспокоиться. Да, пойдем домой, мне страшно и холодно. Пойдем там. Не волнуйся, тебе сейчас нельзя волноваться. Пойдем отсюда. Я сейчас пойду к твоим и скажу все, что случилось. Ведь мы поженимся. Что, если мне придется? Что вам придется? Что такое? Я не понимаю. Слыхала? Куда идти? Во Франции призывают 42-й год рождения. Господи! Мобилизация! Милушка! Милушка, это ты? Это я! Слушай, Милушка, у тебя дома есть растительное масло. Нет? Слушай, так вот, гастроном открыт до 10 вечера. Простите. Я тебя очень прошу, ты возьми с собой еще и ладью. Простите, и купите как можно больше сахара и соли. Послушайте, вы не видали моего зонтика. Какого зонтика? Какого? Зонтика. Ой, отойдите, подождите, не мешайте. Алло, минуточку, Милушка. Что ты говоришь, я не... Что? Уксус! Уксус обязательно! Уксус, да? Уксус! Господи, боже мой, уксус! Милушка, скажи, что ты... Алло, что ты говоришь? Я не слышу, алло. Ну, конечно приду, только мне нужно обязательно забежать на службу. Зачем? Господи, да потому что кругом кавардак. Это я тебе говорю. Милушка, ты меня слышишь? Ну, пока. Пока, дорогая, пока. Нету. Вы уже слыхали? Я их видел. Где вы их видели? Где вы их видели? На аэродроме. Мой товарищ механик, он чинил мне мотоцикл, а я ждал. Кого ждали? Их? Разумеется, нет. Я ждал просто так. Как будто что-то должно случиться. Я довольно часто так жду. Когда тебе уже за 30, не правда ли? Вам хотелось обрести конечную истину? Не люблю истин, особенно абсолютных. Ну и? Они приземлились совершенно нормально. Как Дакота. Ничего это. Ну, как обыкновенный бомбардировщик. Как... Вы это видели лично? Да, лично. Лично. Как они выглядели? Да, как они выглядели? В общем, нормально. И все-таки как-то необычно. Так кажется. Почти как мы. Как мы? Нет, все же совсем по-другому. А сколько их было? Сколько? Да. Я видел около 10. Но мне казалось, что их огромное количество. Может быть, 1100. Они были всюду. Вокруг, надо мной, всюду! Извините, я точно не знаю. Откровенно говоря, я очень испугался. Чего? Что не успею вернуться сюда. Полиция очищает улицу.
вас здесь заведующий? К вашим услугам. Сколько человек вы сейчас обслуживаете? Всего минуту. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сию минуту я сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Помещение 19 человек. 8 женщин и 11 мужчин. Никому не разрешается выходить на площадь. Распоряжение вступает в силу с настоящего момента до 6 утра. И должно выполняться неукоснительно. Я... Не понимаю. Я требую, чтобы вы нам все объяснили. Имеем же мы право знать, что произошло. Да, имеем право мы знать. Эти меры вызваны соображением общественной безопасности. Большего я, к сожалению, не знаю. Извините, пожалуйста. Понимаете, дело в том, что вот мы служащие, и нам совершенно необходимо попасть на службу. И мы, безусловно, получим какие-нибудь инструкции. Приказ касается всех без исключения. Имеется возможность излучения, представляющей опасность для жизни. В таком случае, разумеется, закон есть закон. Я понимаю. Да. И все-таки, если позволите, я дипломированная сестра милосердия. Вот, посмотрите. У меня масса отличных рекомендаций. Я всю жизнь была с детьми. Скажите, где в таких случаях регистрируют работников детских учреждений? А относительно детей мне ничего не известно. Кто сказал, что будут эвакуировать детей? Детей-то будут эвакуировать, никто, я могла показать услугу. Никто не имеет права выходить из помещений. Заведующий отвечает за всех. Кто здесь находится? Все. Ну я могла бы. Вы посмотрите, у меня же масса отличных рекомендаций. Успокойтесь, прошу. Вот, вода. От пани Гирша, от пани Якубовой. Вы избрали благородную, прекрасную профессию. Как, наверное, приятно встретить своих бывших воспитанников. Но поймите, мадам, сейчас на все это нет времени. 30? Как же я могу их встретить? Они же мертвые. Они погибли в газовых камерах. Это же дети евреев. 8 пешеходов немедленно покинуть улицы в районе Рузенька-Ширжи-Смихов. Уезд Малостранская площадь, Летинская улица. Я так не поступила. Я была бы с ними до конца. Я бы их не оставила. Пани, зачем говорите бессмыслицу, пани? Ну, не надо. Клара входка в сады Летинское поле. В ближайшие часы по улицам пройдет особый патруль. Внимание! Обращаемся к пешеходам. Но все же уверяли, что детей это не может коснуться. Многие сейчас так думают. Но я знаю. В Америке живет один доктор, который их туда посылал. Будьте осторожны, исключена возможность облучения. Повторяем, будьте осторожны. Классная хохма. Только это уже все старо. Инженер, пожалуйста, посмотрите. Я где-то слышал, что уже в Америке была передача приземлением марсиан, так там несколько человек грохнулись в обморок. Не на такого напали. А вы не боитесь будущего? Да, разве у нас есть будущее? Все время говорят о войне, мне это действует на нервы. У нас прошлый месяц, у нас целую неделю проводили учебные тревоги.
наплели с 3 короба про атомное нападение. Такие кошмарики разрисовали, что меня даже стошнило. Уж лучше я поставлю пластинку и буду ее слушать, и не стану себе ломать голову насчет вашего дурацкого мира. И вас ничто не волнует? Вот я собираюсь каждый день провести как можно забавнее, и не ломаю себе голову насчет того, что нас ожидает. А вы что знаете? Вы что, уверены, что мы завтра не сыграем в ящик? Попробуйте, пожалуйста, включить радио. Ничего. Музыки не передают. Это что-нибудь означает? Не знаю. Почему погас свет? Ничего. Такое впечатление, что... Вы, очевидно, хотели сказать, что не занимают электростанции центры связи. Ничего. А я не пойму, ну, зачем нам понапрасну расстраиваться? Вот, вот так, разве так не лучше? Отлично. Занавеси, интимное освещение, совсем как дома. Чему вы смеетесь? Они уже здесь. Захотят, зажгут нам свет, захотят, погасят. Битва окончена. Все решает психология. Они поняли и усовершенствовали принцип анцикла тюремной одиночки. 95 из 100 не выдержат, если вы отрежете их от всего мира, лишите информации, газет, радио, телевидение и перестанете инструктировать. Им удалось проделать это с целым человечеством. Мне бы ваши заботы, пан учитель. Вы, философ, ни за что не отвечаете. А я старший кельнер, я не хочу, чтобы меня таскали по всяким инстанциям. Меня сейчас тошнит от этой тишины и темнотищи, а тут еще вы ходите. Выносить тишину – это уже какая-то степень культуры. Вы не выносите ее, потому что боитесь думать. Считайте. А я никогда не любила чисел. Сосчитать еще сколько получить. За 2 порции сосисок и кружку пива туда-сюда. Но больше я даже не понимаю, кого может занимать математика. 2 + 2 = 4. Когда-то ты составляла смысл моей жизни. Была война. Все потеряло смысл. Только 2 + 2 все еще было 4. А зачем вы считаете сейчас? Снова пробую то же средство. Боже мой, как в дурном сне. Может быть, у вас получится, что мы вообще уже не существуем? А между тем ничего не изменилось. У вас есть семья и муж. И все так же, как сегодня утром. И те же заботы, что сегодня утром. Ну-ка, вы знаете про мои заботы.
Когда врачи все сказали, и младшую пришлось оставить в больнице, я чуть с ума не сошла. Что с вашим ребенком? 2 года в больничной койке, туберкулез. Туберкулез теперь не проблема. Я все время говорила себе, отчего это не случилось с теми или с теми. Почему им всем везет, почему мне никогда и ни в чем. У вас 2 детей? Да, конечно. Старшая вчера заявила, что она должна выйти замуж, у нее будет ребенок. Ей 17, а ему на год больше. И это не катастрофа? Конечно, конечно. Если бы вы знали, как я хотела жить, я жила бы по-другому. Если бы все было хотя бы так, как сегодня утром. Разумеется, я не знаю, что будет дальше. Но как учитель истории беру на себя смелость утверждать, что никогда еще не было лучших условий для создания объективной исторической картины. У меня такое ощущение, как будто я впервые вижу самого себя в профиль. Человечество в профиль. Интересное зрелище. Долго вы преподавали историю? 40 лет. У вас странные взгляды. Как преподаватель истории руководствовался не столько взглядами, сколько самим предметом. Я преподавал историю как определенную хронологическую последовательность имен и событий. Но что-то вы все-таки думали? А никого не интересуют личные взгляды преподавателя истории. Предпочтение дается учебникам, а их всегда пишут победители. Вот. Вы верно сказали, пан учитель. Историю всегда пишут победители. Это звучит. Давно надо навести порядок. Взять плетку и навести. Я обновел. Ici Paris, Radiodiffusion Française. Attention, attention, attention. Radio Paris. En même temps, suivez le говорит programme Radio Paris. Nous attendons une émission внимание, внимание. Extraordinaire. Послушайте важное сообщение. Через несколько секунд Центральное информационное бюро ознакомит вас чрезвычайно важным заявлением. Не отходите от приемников. Внимание, внимание! Одновременно следите за телевизионной программой. Ожидается передача экстраординарной пресс-конференции. Уважаемые, так я вижу, наступает конец света. Пан Кельнер, вот сотенная, приглашаю, господа, вырвем когти без зубы.